Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Isuzu Trooper 1985 года выпуска, двигатель 2.3, бензин, полный привод, коробка механическая. Пробег на автомобиле 245 тысяч километров. Заменю на нем масло в переднем мосту, в заднем мосту, в коробке, а также и в раздатке. Поднимаю автомобиль и сливаю жидкости. Поднял автомобиль, снял колесо, пробовал на редукторе найти информацию о том, что он ЛСДшный самоблок. Но за это время, видать, уже, если и была она, а должна она была быть, она стерлась или оторвалась, если эта наклейка была, или какие-то еще другие вещи с ним происходили. Но проверить это легко, в принципе. Когда крутишь колесо, второе должно крутиться в эту же сторону. Вот я кручу вперед колесо. Так, наверное, с другой стороны покажу. Так, вот сделаю. Вот если посмотреть, я сейчас барабан крутану, а то колесо, вот, кручу барабан. И колесо крутится в ту же сторону, что кручу и я. А вот на передней подвеске посмотреть. Сейчас я. А вот передние колеса. Одно колесо кручу вперед, другое крутится назад. Или также кручу назад, а то крутится вперед. Это не самоблок. Еще и масла больше, чем нужно. Масло грязное. Поэтому не зря мы его меняем. Ух ты. Затянуто. Затянуто. Я понять не могу. И я и открутить не могу. Это как же так его затянули? Что с ним делал? О! Вот человек затянул. Для чего так? Масла реально много было залито в мосту. Хоть сейчас мост и свешенный, но учитывая при ровной его постановке, этого все равно быть не должно. Пусть текает. Заливаю масло Castrol 75W40 Limited Slip. Это как раз для самоблокирующих мостов. Номер для заказа 1543 CD. Оно. CD. Открываю, здесь хорошо, здесь носик. И заливаю. Здесь даже нагнетателя не нужно.
А уже потом, когда автомобиль опущу, мост немножко у нас чуть-чуть выгнется. Добавлю еще масло. Также заливаю вторую канистру. По мануалу написано в мост 3 литра. Но что-то я не думаю, что 3 литра войдет. Посмотрим. Ну и куда 3 литра? Вошло 1,5 литра. Все, иду меняю в переднем мосту. На переднем мосту сливной пробки нет. Заливная есть, а сливной нет. Откручиваю ее. Головка на 24. Вокруг лазил, смотрел, но ничего нету. Единственное, на редукторе вот здесь снизу болт. И сделан такой как бы отлив в корпусе. Возможно, они подразумевают слив масла через этот болт. Наверное, так Ну ладно, через восьмерочку будем цедить масло. Пусть сливается. Все, сбежало масло. Закручиваю на место болт. И заливаю. Заливаю кастрол 7590 номер для заказа 154 FB4. Беру вторую банку. Чуть больше литра. Закручиваю пробку.
Все, в переднем мосту масло заменил. Иду в коробку менять. Я сказал, что здесь чуть больше литра ушло в передний мост. Сейчас из первой банки перелил масло, потому что выдавливается не все, наклон не позволяет. А здесь хватает литра, там 950, где-то 980 грамм уходит в передний мост, поэтому можно брать одну банку. И здесь подсветил, все облазил в коробке с раздаткой. Опять же, у них единая ванна, что у коробки, что у раздатки. Вот заливная пробка, вот сливная пробка. Других пробок на коробке нету. Ни слева, ни справа, ни снизу сливной. Вот так вот раньше делали. Ладно, откручиваю заливную пробку. Взял удлиненную головку. На 24. Масло залито уровень. Масло, в принципе, чистое. Масло все равно меняем. Сказал, масло чистое. Масло с какой-то стружкой. И на пробке тоже присутствует стружка. Вот такое цветом масло. Непонятно. Как будто с водой. Ладно, сливаю. Масло сбежало. Закручиваю пробку на место. Беру масло. Масло буду заливать ЗИК 75-85, синтетическое. Номер для заказа 132-626. Масло трансмиссионное, но жиденькое. Здесь смотрел, вроде бы как в эту коробку должно заливаться моторное масло 5.30. Но я его заливать не буду, заливаю вот это. Переливаю в нагнетатель, и нагнетателем уже закачиваю масло. Перелил масло в нагнетатель. Теперь трубку вставляю. И заливаю. Thank you.
до того момента, пока не потечет. Все, побежало масло. Закручиваю на место пробку. Сейчас-то видно, масло как слезинка чистенькое. Это обычный очиститель карбюратора. Смывает хорошо, испаряется быстро. Все. Масло в переднем, в заднем мосту и в коробке с раздаткой я заменил. В раздатку и в коробку ушло 4,5 литра масла. Пол-литра еще осталось из 5. На этом все. Всего вам доброго.